Україна відмовляється від аналогового телебачення. Його відключать з 1 серпня в місті Києві та в Кіровоградській області, а з 1 вересня по всій території України. На каналах Суспільного можна побачити соціальний ролик про припинення роботи аналогового телебачення в Україні. Що потрібно знати українцям вже сьогодні? Головне не панікувати. Сьогодні понад 10 загальнонаціональних телеканалів в Києві та на Кіровоградщині відсутні на просторах аналогового мовлення. Навіщо їх відключили? Аби очистити цифровий сигнал для FM-радіо і 4G інтернету. Також це одна з вимог європейських партнерів України. Користувачам аналогового типу мовлення необхідно підготуватись до змін. Ті ж, хто користується кабельним чи супутниковим телебаченням, змін не помітять. А як миколаївці ставляться до відключення аналогового телебачення? Та я аналогове смотрю в основному. Що мені там кабельним смотрю? Желательно, щоб були аналогові, звісно. Ну що там, 100 програм, що там смотреть? Одно насилие, більше нічого. Ой, вот сейчас говорят, что будут отключать вот аналоговое телевидение. Я вот сейчас у себя в доме занимаюсь вопросом, как правильно поступить. Я не хочу смотреть кабельное телевидение, потому что платишь за услуги и очень куча как бы каналов, которые не нужны. Я уже заздалегідь приготувалась придбанням смарт-телевізору і для батька Т2 приставка. Наразі 18% українців, згідно з дослідженням Індустріального телевізійного комітету, використовують лише аналог. Що ж робити цим людям? На ці питання, що ж робити миколаївцям, відповість наш ранковий гість. До студії «Нового дня» завітав Андрій Брашко, директор НКТВ. Доброго. Вітаємо вас в студії «Нового дня». Тож, як ми бачимо, для миколаївців дійсно новина про те, що відключення аналогового телебачення матиме за собою наслідки того, що вони зможуть не побачити свої улюблені телеканали, стала певною мірою навіть проблемою. І небагато хто знає, що обрати. Дехто обирає один вид альтернативи, дехто інший, але в одного в іншого виду є свої плюси та мінуси. Про це ми сьогодні поспілкуємося з вами, але в першу чергу хочеться поспілкуватися саме про відключення, які були причини відключення аналогового телебачення. Чому ж все ж таки це відбувається? Я участвував в моїх форумах в Києві, я член нескольких асоціацій по цьому вопросу. Було виїзне собрання Комитета по свободе слова и информатизации, где присутствовало несколько депутатов и члена Нацсовета, которые этот вопрос должны регулировать. На мой прямой вопрос, так будет выключение аналога или нет, это было где-то в апреле месяце, в конце апреля. Ответ был такой, это председатель парламентского комитета, сказал, он вел, как раз модератором был этого собрания, сказал и да, и нет. И привел несколько аргументов в пользу того, что будет выключаться, в пользу того, что не будет. И до последнего момента непонятно было, действительно будут выключать или нет. Но, видимо, они договорились, как всегда у нас бывает, перед очередными выборами. И вот такой сценарий пошел. Значит, чем это грозит для медиагрупп? Значит, они потеряют политическое влияние. Это основное их оружие, козырь. Потому что покрытие цифрового телевидения гораздо ниже. И самое главное, что рейтинг смотрения этих каналов уравняется. Если раньше две группы делили с собой, между собой зрительский пирог, условно говоря, основной, и рекламные деньги в связи с этим, то в цифре каналов 32, и они примерно распределятся поровну. Таким образом уравняются шансы перед очередными выборами. Здесь плавно мы подходим к теме следующей. Значит, почему эта коррупционная схема была? Изначально вариант Т2, который планировался из Инбуна, предусматривал кодирование сигнала. Значит, к тому времени практически монополизировано было информационное пространство при Януковиче, и оставалась небольшая часть, это добить существующих независимых провайдеров интернета, кабельных провайдеров, таким образом монополизировать информационный ресурс страны. Ну, это тема отдельная,
не хочу портить настроение людям. Короче говоря, схема была принята такая. Значит, предусматривалось кодирование сигнала Т2 определенной кодировкой. Соответственно, тюнера были заказаны за границей с возможностью кодирования. Значит, этот тюнер в результате обошелся, ну, раза в 2,5 дороже, чем он мог. Значит, к чему это привело, что невозможно было быстро перейти на цифровое вещание, то же самое Т2, поскольку все опиралось в деньги. Значит, первую часть раздали бесплатно пенсионерам, вот то, о чем вы говорите. На самом деле, на этом отмыли очень много бюджетных денег. То есть на закупку декодера, вот так якобы социальная услуга, выделялись огромные деньги. Ну, по моим оценкам, стоимость тюнера, ну, которые выдавались и были закуплены, раза в 3 превышала реальную рыночную. Ну, поэтому, естественно, кто-то на этом заработал. Значит, в плане реального качества этих декодеров, да, действительно, эта технология хорошая. Там применяется MPEG-4 или MPEG-4ST, который позволяет там и Full HD качество передавать, и объемный звук, ну, стерео программы. Но все упирается опять же в детали. Поскольку тюнер он дороже, ну, естественно, массово переходить на него не будет. А все это было сделано для того, чтобы опять же закодировать сигнал и контролировать, кроме того, что умы, электорат и, кроме того, денежные потоки. Ось так потрошку ми з вами перейшли до альтернативи аналогового телебачення. Якщо раніше у миколаївців, у наших глядачів, їм вистачало просто телевізора та антени, і вони могли переглядати улюблені телепрограми, улюблені телеканали, то зараз давайте поговоримо про варіанти, що вони можуть обрати, і яке технічне забезпечення їм необхідно буде встановити у себе вдома для того, щоб переглядати знову ж таки улюблені канали. Значить, есть альтернативы три, на самом деле. Это выше озвученный Т2, эфирный прием. Это спутниковое телевидение. Это провайдеры кабельные, которые дают в формате IP телевидения, или кабельные операторы DVB-C. Значит, для того, чтобы перейти чисто на цифру, вопрос упирается опять же в деньги. Значит, если говорить о Т2, то нужно приобрести как минимум приставку Т2. Значит, на сегодняшний день, я вчера посмотрел в интернете, цены взлетели, ну, минимум на 100 гривен. То есть, если раньше приставка стоила самая дешевая где-то 350 гривен, сейчас она стоит 450-500. Но это не очень хорошего качества. Приемлемое качество начинается где-то с 500 гривен. Плюс большие вопросы еще качеству приемных антенн, которые находятся у людей. Просто многие, ну, так же, как вот идет реклама, и многие средства массовой информации говорят, что никаких проблем с приемом нет. На самом деле есть некоторые проблемы. Значит, дело в том, что аналоговый сигнал, ну, как я посмотрел у вас в коридоре, он может идти в плохом качестве при условии плохого приема. С цифровым сигналом так не получается. Если какие-то проблемы с сигналом, либо он сильно слабый, либо сильно, ну, увеличенный, то картинка просто не будет показывать. Будет черный экран. Що ж, 9-та година ранку на нашому студійному годиннику. Маємо вже завершувати. Дякуємо нашому ранковому гостю за те, що пояснили нам ситуацію.